быть знаменитым некрасиво. Не это поднимает ввысь. Не нужно заводить архивы, над рукописями трястись. Цель творчества – самоотдача, а не шумиха, не успех. Позорно ничего не значит быть притчей на устах у всех. Но надо жить без самозванства. Так жить, чтобы в конце концов привлечь к себе любовь пространства, услышать будущего зов. И надо оставлять пробелы в судьбе, а не среди бумаг. Места и главы жизни целой отчерчивая на полях, и окунуться в неизвестность, и прятать в ней свои шаги, как прячется в тумане местность, когда в ней не видать низги. Другие по живому следу пройдут твой путь за пядью пять, но поражение от победы ты сам не должен отличать и должен ни единой долькой не отступаться от лица, но быть живым. Живым и только. Живым и только. До конца.